Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко. Одиночество – это вовсе не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызучей боли, что вползает под кожу и ест с корнями. А ты роешь могилу от слов «уволен». Или «лучше остаться с тобой друзьями». Говоришь, как пугающие предпосылки, неизбежности рока, судьбы, удела. Страшен выбор идти собирать бутылки или сразу идти на торговлю телом. Говоришь, нет квартиры в многоэтажке. Платежи коммунальные шею душат. А когда-то хватало малины в чашке и оладушек бабушкиных на ужин. Говоришь, что вокруг дураки и драмы, что в кошмарах тупые пустые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир в себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину? Как найти в себе силу остаться честным? Ощутить в себе волю, очистить душу. Правда хочешь о важном? Садись. Чудесно. Это важно, что ты еще хочешь.